слышала я, над царевичем пели: Христос воскрес из мертвых. И не сказал свет, сияла круглая В Петербурге осенью 2012 года на бестужевских курсах был большой закрытый вечер. Кому-то из устроительниц пришло в голову пригласить и меня, пишет Анна Андреевна Ахматова. В артистической я встретила Александра Блока. К нам подошла курсистка со списком и сказала, что мое выступление после Блоковского. Я взмолилась: Александр Александрович, я не могу выступать после вас. Блок с упреком в ответ: Анна Андреевна, мы не тенора. Блок в это время был уже известным поэтом России. Я же только 2 года читала свои стихи в цехе поэтов, в обществе любителей художественного слова и на башне Вячеслава Иванова. Но здесь было как-то совсем все по-другому. Насколько скрывает человека сцена, настолько его беспощадно обнажает эстрада. Эстрада – это что-то вроде платья. Может быть, я тогда почувствовала это первый раз. Все присутствующие начинают казаться выступающими какой-то многотоновой гидрой. Владеть залой очень трудно. Гением этого дела был Зощенко. Хорош на эстраде был этот Пастернак. Меня же никто не знал. И когда я вышла, раздался возглас: кто это? Блок посоветовал мне прочесть курсистам: все мои братники здесь блудницы. Так не весело нынче нам, на стенах святые птицы томятся по облакам, ты коришь черную трубку, так странен дымок над ней, я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней. Навсегда забиты окошки, что там изморозь или гроза, на глаза осторожной кошки похожи твои глаза, о, как сердце мое тоскует, несмертного часа жду. А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду. Я стала отказываться. Когда я читаю, я надела узкую юбку, смеются. Блок: Анна Андреевна, когда я читаю, и пьяницы с глазами кроликов тоже смеются. В одно из последних воскресений я принесла Блоку его книги, чтобы он их подписал. На все он написал просто: Ахматовый Блок. А на третьем томе написал посвященный мне мадригал. Красота страшна вам скажет,
вы накинете лениво шаль испанскую на плечи, красной розы в волосах. Красота проста вам скажет, пестрой шалью неумелого за укройте ребенка, красной розы на полу. Но рассеянно внимая всем словам кругом звучащим, вы задумаетесь грустно и твердите про себя: не страшна и не проста я не так страшна, чтобы просто убивать, и не так проста я, чтобы не знать, как жизнь страшна. У меня, правда, никогда не было испанских шали, в которой я изображена. Но Блок же в это время видел Кармен и испанизировал и меня. И красные розы в волосах я, разумеется, никогда не носила. Александру Блоку. Я пришла к поэту в гости. Ровно полдень, воскресенье, тихо в комнате просторной, а за окнами мороз и малиновое солнце над охватом сизым дымом. Как хозяин молчаливый ясно смотрит на меня. У него глаза такие, что запомнить каждый должен. Мне же лучше осторожный в них и вовсе не глядеть. Но запомнится беседа, дымный полдень, воскресенье, в доме сером и высоком, у морских ворот не выйдет. Девушка,
и женщины, вдовы. Лучше погибну на колесе, только не эти оковы. Знаю, гадай и мне обрывать нежный цветок маргаритку. Должен на этой земле испытать каждую любовную пытку. Жгу на заре на окошке свечу и ни о ком не тоскую. Но не хочу, не хочу, не хочу знать, как целуют другую. Завтра мне скажут, смеясь, зеркала, взор твой не ясен, не ярок. Тихо отвечу. Она отняла Божий подарок. Пусть голоса органа слова грянут, как первая весенняя гроза, и со плеча твоей невесты глянут мои полузакрытые глаза. Прощай, прощай, но счастье вдруг прекрасное. Верну тебе твой сладостный обет. Но берегись твоей подруги страстной, поведать мой неповторимый бред. Затем, что он пронижен жгучим ядом, ваш благостный, ваш радостный союз. А я иду владеть чудесным садом, где шелест трав и восклицание музыки.